Всем большой привет! Сегодня я хочу приготовить легкое овощное блюдо, которое идеально послужит как завтрак. Мне нужен один маленький баклажан, также половина небольшого кабачка, одна луковица, один болгарский перец. Все эти овощи я нарезаю кубиками, размером приблизительно 1 сантиметр. Теперь овощи нужно обжарить приблизительно 10-15 минут до мягкости на растительном масле. Я беру приблизительно 3-4 столовых ложки растительного масла. И, конечно же, овощи солим по вкусу. И теперь касательно баклажанов, один небольшой момент, который, наверное, уже многие знают. Если баклажаны горчат, то их нужно предварительно хорошенько посолить, потом оставить минут на 20, чтобы они отдали свою горечь, и в итоге хорошенько промыть и просушить, и тогда уже приступать к готовке. Овощи солим по вкусу. Я добавляю приблизительно половину чайной ложки соли. Пока овощи жарятся, я кубиками нарезаю один большой помидор. Но у меня здесь полтора средних. Также измельчу небольшой пучок зеленого лука, достаточно вот так вот крупно, чтобы это все визуально выглядело красиво. И также очень мелко измельчу 2 зубчика чеснока. Отправляю сюда помидоры, зеленый лук и чеснок. И теперь все это тоже нужно протушить приблизительно 7-10 минут. Приправляем черным перцем, а также по желанию можно добавить соус табаско или перец чили. Немного еще по вкусу посолим, потому что мы добавили сюда еще овощей. Я сделала небольшие углубления и сюда отправляю 5 яиц. Теперь яйца тоже нужно посолить и поперчить по вкусу. Присыпаю зеленью петрушки, мелко нарезанной. Накрываю крышкой и готовлю до готовности белка. И вы посмотрите, какая здесь красота. Ребята, буду пробовать прямо со сковородки. Это была не очень умная идея. Попытка номер 2. Овощи хорошо протушились, все вкусно, хорошо между собой сочетается. Это просто прекрасный завтрак, потому что это сытно и полезно. Всем пока, до новых вкусных рецептов. Кушайте вкусно.